Ну, а теперь шлифовка и покраска, и окончательная сборка. Ну, а теперь наждакуем все это дело. Как-то вот так вот это где-то полочка будет. Провалила сейчас. Проверю, посмотрю, как лучше. Как раз это все будет смотреться там вполне симпотно и уместно.
Ну вот, где-то так останется. Убрать провода, перенести немножко щиток влево для доступа, установить туда стабилизатор напряжения. И полочка, в принципе, готова. Как-то так. Всем пока.